Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Чё-то чата не вижу. Стану. Так, чата не вижу. Почему-то не вижу чата абсолютно. Ах, жаль. Ладно. Может, я его не включил? Буду рассказывать тогда потихоньку сам. В общем, будет батл, я думаю, еще как бы, это очень далеко будет, долго, через время какое-то, но я планирую, заработать на нем и открыть соло в Краснодаре, там, сделать мейны хорошие, там, пары, как встречу, типа промо-встречу, потом уже турнирку. Вот, это первое. Второе, по поводу альбома. Альбом очень хорошо идет, он в работе полностью, там много работ звукорежиссеров сейчас разных, вот, то есть много треков получается, там какие-то мы выберем, какие-то оставим, вырежем какие-то. Короче, если что, в личку мне вопросы все задавайте, которые у вас появятся, я отвечу, или там друзья добавляйтесь там с пометкой, что если что-то интересно, просто чат отключился почему-то. Вот, и альбом в работе, и для его реализации, как бы, окончательной, нужны деньги, естественно, и, он выйдет по-любому, но уже, на сегодняшний день уже мы собрали сумму, там, неплохую на запись, сведения, которая пойдет, и, в принципе, хорошо довольно, это реально хорошо, то есть люди, которые поддерживают, вот, в чем, плюс поддержки, не просто вы там донатите и из-за этого там ваше сообщение на стриме зачитывают. Вы попадаете в конфу, в которой обсуждают и слушают новые треки, которые сейчас в процессе, по мере их готовности, я отсылаю в конфу, и они оценивают, то есть говорят, что что-то по звуку может не нравиться, что-то там по тексту и так далее. То есть мнения, которые люди готовые, немного помочь человеку, артисту, они заслуживают какого-то отношения, то есть фидбэка. То есть пока их не слишком много, сейчас там 50 человек, меньше, 40-45 где-то, вот, они реально будут влиять на творчество, по-своему. То есть я буду, конечно, воспринимать все приколы эти, то, что они говорят, буду воспринимать по-своему, но что-то, возможно, буду принимать к сведению и улучшать. Вот, так что всем, кто соскучился, кто хочет послушать новые песни, которые неизвестно, когда выйдут, возможно, в сентябре даже, не летом, после того, как батл выйдет, то есть под это подстроиться, возможно. Вот, и будет достаточно клёво. Так что, если вам это интересно, если вы хотите послушать там новые песни, обсудить их там, просто быть в курсе, быть рядом, так сказать, то закидывайте донатики, и, в принципе, будет по красоте. Очень жаль, что чат не работает. На этом у меня все.
я бы с удовольствием пообщался с вами, но он, я его не вижу. О, я вижу лайки только. Во, я увидел чат, ребята. Так, с кем батл? Батл, ну, не могу сказать, потому что, сами понимаете, это такая площадка, которая не любит, когда рассказывает немного. Йо, Руслан, ты уже все весь не слышал, ты молодец, спасибо тебе большое. А, да, готовые еще есть, типа Киберкотята, там, ну, много, я забыл про них. Я сейчас вот три песни скину людям, которые зашли. Чат работает, теперь все. Короче, вот. Киберкотята, блин, готовы уже. И я не существую, два готов. Вот. Батл с букерами, я пишу букеру, типа, давай батл, он морозится что-то. Сыт, наверное. ХХ вообще ужасно сейчас скатился, как просто кусок говна. Там какие-то люди невменяемые остались абсолютно, к сожалению. А было смешно, первые там 100 тредов, было кайфово. Сникео мне предлагает на РБЛ забатлить, и я, возможно, забатлю. Не факт, но возможно. Крысы могут все. Блядь, ты заебал меня, черт ебаный. Как тебя уничтожить? Сука. Ладно, я не умею. Ребят, по поводу моего состояния медицинского, можете почитать мое интервью. Я не хочу повторяться, там все расскажу. Я уже поправился, спасибо большое, Дима. С Бизи нереально сделать батл, он не отвечает в личке годами. И если Бизи буду делать батл, то там с кем-то уровня гнойного. Вот. Ну, для тех, кто только что присоединился, напоминаю, что альбом готовится, и кто хочет принять участие в его развитии, есть как бы возможность поддержать. БР вообще мертвый раздел. Ну, типа, это заранее проигрышный продукт. Никити Китави — это ноунейм. А ноунейм мне не очень интересен. Если все пойдет хорошо с альбомом, будет видно, что его много очень слушают. Мы там по статистике сверим. Ну, то есть, вот после тех двух альбомов я мог вполне концерты делать. То есть, если бы не ситуация, которая произошла, то... О, что-то пришло. А, ничего, это Телеграм. Бизи говорил, что никогда не будет... Да, Андрей, напиши мне, пожалуйста, окей? Ну, если ты не в друзьях, добавься и, ну, типа, напиши об этом. Я уже одного дауна забанил. Так, на какую тему будет альбом? Будет альбом на тему психического состояния моего. Мози я предлагал недавно фит, она не может сейчас. Нет, батл будет без битов мой. Это как бы... Ну, для меня новое что-то. Уже я забыл это делать. На какую тему будет альбом, я отвечал уже. На Лигван я не буду батлить пока. Дима Гуд со словом Минск. А, я, кстати, помню, ты батлил там. Ну, прикольно. Не знаю. Скинь, короче, фит, бит. Батл в Питере. Да, из дурки вышел, все нормально. Диктатор нормальный пацан, в принципе. Ну, просто я бы смог с ним забатлить легко. Я могу его привезти в Краснодар, если это будет для него интересным. Я готов его на BPM здесь забатлить в Краснодаре спокойно, на мейн-эвенте. Генерал не обижается на меня. Площадка Версус, конечно. Я в Краснодаре. Очень хочу Соло Газдар видеть, думал, не доживу. Ну да, окей, возможно. Он будет. Да, на ипподроме. Альбом можно будет купить в iTunes, там, в Google Play, везде. Когда он выйдет. Но лучше сейчас поддержать, это важнее намного, чем...
треков в альбоме. А сколько хотите? Вот давайте, напишите, сколько вы хотите треков в альбоме. То есть, сколько вам будет интересно послушать. То есть, мне говорят люди, что, допустим, больше 9 нельзя делать. Это уже, типа, перебор, много слишком и так далее. Возможно, это не неправда. 500. 7, 8. Вот люди пишут 7, 8, 5, 10. 10 это все равно, что 9. 5, 8. Его Пизи говорил, Бог и не подведи своих людей, что это означает. Но я ему писал, что у него есть как бы люди, которые в него верят. В том числе я. И пиху я не буду делать, это бессмысленно. Это мало очень приносит денег. И вообще, ну, неинтересно сейчас. 9 норм, 10 оптимально. Ну, короче, в среднем 10 люди пишут. Я, ну, так и будет, наверное. Просто я могу сделать 15 треков, но они будут там некоторые проходные. А могу сделать 10, и они все будут бенгеры. Да, 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 много водяных, я согласен. Возможно, нет. Да, трек Beef будет. Блять, уже слили пидора. Это на фит, короче, как Шумат пишет. Уважение к женщинам, ну, будет, да, я думаю, будет. Привет, Шати, кстати. О, привет, Илюха. Как дела? Ты где, Илюх? Сейчас. Что делаешь? Уважение к женщинам я Браги попросил записаться. О, братан, Рябина, хорошо настроение. Ты послушал треки, что я тебе кидал? 10 фитов? Да не, ну, не будет 10 фитов. Я фитую там только с ограниченным кругом людей, типа там Шума. Посмотрим. Дома помогаю маме и смотрю тебя. Ну, молодечек. Дома это где, в Белореченске? С сыном не фитону, кстати, это очень смешно. Он мне куплет, и я сказал, что это полная санина, и он так и не смог переделать его. Со всячим? Блин, вообще с удовольствием. Всяч мне очень нравится. Ты кто? Я? Ох. Не, задай вопрос ты дважды. Ты. А, не, задай вопрос кто дважды. Кто? Ты. Кто? Ох. А, Фит Сокси невозможен, он меня удалил из друзей. Я теперь не элита русского рэпа. За ПМ отоплю. Всячески Шумом втроем, ну, фиг его знает. Лучше, по-моему, отдельно. Спасибо, Андрей, я посмотрю после трансляции. С Букером, да, мы хотим фит сделать. Причем очень смешно. А, с ЕГБ, кроме Шума, да, со всеми могу. С Парагрином, с Браги легко. Вот Браги я уже предложил. Как относишься к тому, что превращает ФБ? ФБ, ну, нормально, пойдет. POC, блин, он в разъездах, я не могу с ним фитонуть никак. Ага. Где интервью? Kodai.ru, посмотри. Там все написано. Йормунг, я не совсем уверен, что будет фит. Так. TXT батлы, ну, я на них начинал батлить. В принципе, нормально, я научился там тексты писать. Да все, я понял, что ты посмотрел мой батл с Хосом. Ну, сочувствую тебе, чувак. На бат. С набатом точно не будет. За Б. Может, можно. С Картавым можно. С Серегой, ну, я же говорю, Серега занят. Не могу с ним фитануть пока. Что там насчет альбома? Альбом можно поддерживать сейчас путем краудфандинга, типа, и слушать песни, которые там будут. Угол 2 не будет, Отрикс. Отрикс это так. Забудем про него. Так. Ладно, мне пора идти. Удачи, успехов. Да, тебе тоже. Vibe Hunter. Ну, не знаю. Скорее нет. За май. За Майем с удовольствием. Блин, ну за Май нормально рэпчик читает. Мои BPM хороши, да, я согласен. Фален, с Фаленом мы будем интернешнл комментировать. Это будет ли... А Ваня мой брат. Окей. Так. У За Майя крутой трек «Порох». Я... Ну, если бы он такое что-то сделал. Ну, я думаю, что вряд ли. Почему тогда за мерч нагнал За Майя? Да я угорал просто. Так. Ты занимаешься гастрайтом? Да, занимаешься. Залей пост ссылкой. Да я уже залил, бро, на стене у меня.
там с картой. Можно на карту кидать. Да нет, с Каримом не ругались, просто он, ну, я ему фит сейчас предлагал там сделать на трек, сейчас скажу, как называется. А, нет часов. И, короче, он не пишет до сих пор, он ничего не написал, он проебывается. Я не знаю, что делать. Ну, то есть я-то сам допишу трек, понятно, он будет готовый, но как-то обидно, что... Мне кажется, проще всячески отключить. Фу, пригласить. Типично что-то. Ну да, абсолютно. Гокила крут. С Рестором после интервью общаться. Да, мы нашли уже оппонента, будет батл. Все в порядке. На ВК-фест в этом году не буду, я не в Питере. А так бы я на выступе. Но нет, к сожалению. Back to beat Cypher, ну, такой. Видел стажер Grand Canyon. Бро, я там работал в 2016-м один месяц, все. Так что это не гони. Я уже там не работаю 100 лет. Я тебя добавлю, Илюх, я не это... Не знал просто, что это ты. Фитц Домино. Можно, кстати. А ты со мной работал, Данька? Привет. Я не узнал тебя, да, здорово. Я что-то затупил. А, ДК респектовал тебя. Я ему тоже респектую, я бы хотел с ним побэтлить на BPM. Если кто-то его знает, напишите ему, типа, что... С Дипом будет охуенный фит. Вообще, пушка. Он сейчас сводится. Там будет просто огонь. С Дипом, да-да-да. Я забыл сказать. Deep Xsens вообще очень крутой чувак. Я так проиграл батл, что не будет двух батлов. Так, ты что-то пополнил, ну да. Фит с Дипом будет на его альбоме или на твоем? Конечно, на моем. Че, дурак такой, фит крутой отдавать ему. Пошел нахуй. ДК вызвал на афишу видео Отрикса. Очень смешно. Пусть меня кто-нибудь вызовет на афишу видео. Пусть Отрикс пойдет туда и меня вызовет, и я такой, оу. Но я там не угадаю ничего, я тупой. Я просто даун, конечно. Deep Xsens недооценен, согласен. Михеев, Михаил, с тобой. Еще жду фит с Женьком. Ваня, расскажи поподробнее по конфу. Там слушают мои песни и просто общаются, и обсуждают их, и дают советы какие-то. То есть, ну, там прикольно. Там новые люди. Напиши Кашин, как ему напишу? А, подожди. Короче, я ему писал, по-моему, давно еще, что-то про фит или что-то такое. Он сказал, типа, занят, вся хуйня. И после этого он личку закрыл. Я не могу теперь ему писать. Иллюмейт, ну, нормальный парень. Виделся на соулфесте. Я б тебя вду. Спасибо. 6ix9ine я не слушаю. Что-то я эту новую волну всю. Мне как-то Eminem больше впирает. За чью команду на ФБ топишь? Мне в целом больше нравится команда Смоки, но там PM. Мози, может, напишет Дани. Блин, я, наверное, да, так и сделаю. Ох. С женой все норм. Да, с женой все норм. Она в Париже. Так, я же... Ну, в смысле, у нее все норм. И у меня. И я из Краснодара. Собираешься в Питер приехать? Нет, я не собираюсь. Буду тут жить. Все, мне она... Я не могу там слишком сложно. Когда на BPM выйдешь? Когда будет оппонент? Пока букера хочу. Серега Бондарь. Привет. Вы развелись? Да. Зайди к нему, друзья, где-то у кого-то личка. Ну, я могу Мози попросить. Мария Стракани. Хорошо. Ты в СПБ к жене приезжал? Ну, я переезжал, а теперь переехал обратно. Тебя узнают на улице? Ну, иногда, да. В Питере сложно тем, что наркотики валяются по городу, блядь, и нужно их курить. Вообще, в метро заходишь, там просто весь эскалатор на каждой ступеньке, блядь, гашиш. Пробатал, да. Такая красивая пара была, ну да. Собираешься в Сочи приезжать? Мози, Псай, дружеские батлы, но я бы не сказал, они такие. Писал про акапельный, с кем будет, не могу сказать, сори. Концерты, я надеюсь, что будут. И, ну, если вы придете, конечно. Куришь? Курю. А, когда альбом выходит? О, Витя, привет. Витя Классик пришел. Витек, что, будем фит писать? Я готов, в принципе. В Краснодаре они не валяются по улицам, и тебе их в рот не запихивают. Асахи раунды дописать? Ну, я даже догадываюсь, на какой батл. Ну, ладно, хорошо. Удачи. Как тело Кимин, хорошо, мы общаемся. Ну, общались.
Но я думаю, что ничего плохого между нами не произошло. Ох. Хорошо быть в умственном здравии, конечно, полном. По сравнению с тем состоянием, в котором я был, это, конечно, очень хорошо. Блин, мне кажется, у меня чат сломался, ребят. Я, короче, его не вижу, он не идет. Вот, так что все вопросы теперь оставляйте в сообщениях, там, в списке друзей. Сори, это ужасная платформа, но что делать. В общем, все, всем как бы уважуха, давайте, покедова, я пошел. И кто хочет, собственно, слушать как бы новую музыку и там все такое, может как бы в конфу зарядиться. Все, всем пока.